Видео с кортежем из черных внедорожников, в которых находились выпускники Алматинской республиканской военной школы ЖАЗ-Улан, вызвало негодование среди интернет-пользователей. На кадрах видно, как колонна с автомобилями под громкую музыку заезжает на территорию школы. Из окон гелендвагенов выглядывают молодые люди в форме, снимают происходящее на телефоны и громко свистят. Несомненно, этот сюжет вызвал негативный резонанс не только в обществе, но и для нас, людей в погонах. Этот легкомысленный поступок выпускников славной школы стал большой неожиданностью, и мы сожалеем об этом. Родители выпускников пояснили, что решили устроить сюрприз своим детям. До последнего никто из учеников и преподавателей школы не знал о заказе кортежа. Родители не ожидали, что их подарок вызовет общественный резонанс. Неоднозначность реакции общественности на видеосюжет понятна. Дело в том, что школа «Расулан» воспитывает учеников в духе высокого уровня патриотизма с углубленным изучением военного дела, и дисциплина здесь должна быть безупречной. Речь идет о будущих защитниках страны. Это будущие офицеры, и подобные поступки в армейском ряду недопустимы. Безусловно, произошедшее стало возможным в результате слабой организации воспитательной работы. Сообщается, что начальник школы и два его заместителя освобождены от занимаемых должностей. Нарушения нашли и в отношении водителей автомобилей. Они также могут понести наказание, однако по какой статье не уточняется.